Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Хочу показать вам зеркало заднего вида, которое мы заказывали из интернета. Было оторвано вандалами, заменено, поставлено. Оно уже БУ, тут с коциками. Но на Subaru Impreza трудно найти что-то оригинальное. Поэтому мы остановились на выборе его. Было. Установили, проблем нет, электропакет был подведен, все работает. Нам понравилось. Заходите на мой канал, буду показывать вам, как это мы делаем.